У меня вслед за игрой зависло, к сожалению, и ОБС вылетел. Ну, такое бывает, потому что там тоже на видях, если что-то случается такое критичное, то ОБС тоже может вылететь вслед за игрой. Но мы продолжаем свое путешествие в замке в игре Elden Ring. И постепенно нас ведут. Внизу, кажется, будет замес. Слишком большая площадь. ФПС периодически просаживаются. Давайте. Еще бочками кидается. Я до сих пор не понял, как с этими птицами лучше в мили сражаться. Еще один, видите, сидит. Опа. Так, он сам, правда, взорвался. Суицидер. Красиво. После блока такой удар был. Бах. Птица даже отлетела полностью. Ага. Привет, Ворчев. Тут у нас, оказывается, ну, якобы есть спуск. Якобы. Не знаю, насколько он валидный. Ну, вроде да, вроде нормально. А дальше куда? Нет, вот сюда можно, да, спрыгнуть на карнизик. Мортис, привет, добрый вечер, друзья. Всем добрый вечер, изучаем Elden Ring. Подруби YouTube, ГГ Продаж вообще у меня лагует. Я это аспирант, как придет, так вернет. Как придет, так вернет. Оп. Не, ну вообще опасненько так-то. Но здесь я не был. Я вижу лут. Порченый щит из дерева. Сомневаюсь я в... У него защита от молнии лучше. На там 11. Но в целом... Не серьезно. Ну и я вынужденно падаю вниз. А это почти самое начало этого замка. Может, стпшиться просто? Куда я сейчас пойду? Я же здесь был? Да, похоже, что был. Да, это начало. Хотя нет, я этого не помню. А! Как? Это кусты, что ли, смягчили? Зря я не побежал за этим... За этим жуком. Я был слишком ошарашен. А там могло быть что-то ценное. Ой. Ой-ой-ой. У-ху-ху-ху. Тихо. Кузнечный камень. Второй. Один. А, это для грейда. Катаны. Прячься в кустах по стелсу. Блин, он здоровый. О-о-о! Беги, дурак! Даже бэкстеп не сработал, там обычные удары по 60, по 70.
Да ну нафиг, да ну нафиг, да ну нафиг, нафиг, да ну, да ну, да ну, да ну, да ну. Да я не готов, вы чё? Не, не готов. А бежать-то куда? Блин, я не знаю, куда бежать. Ну не в тупик, Миш. Прячься. Прячься, дурак. Ой, дурак. Ой, дурак, руки назад! Какая грязь! А, я был жив, что ли? Ой, я был жив. Ой, я был жив. Я уже пошел от смерти корректировать. Я не понимаю, почему бэкстеп не сработал. А, 18. У меня завис ОБС, и, соответственно, там... Ой, а сколько боссов убито? 4, 18 получается. ОБС завис, и там редактирование. Так, ладно, давайте попробуем вон тот лутецкий взять для начала. Это раз. Огненная смазочка. Верхнего тоже попробовать убить. Ну тут у меня уже как минимум три направления, по которым можно двигаться. Вот как к этому упырю пробираться, я хз. Опасно. Так, давай вниз тогда. Обр, смотри, у тебя очень даже получается в Elden Ring. Да, конечно. Ты что, подколоть мне решил? Я знаю, что у меня получается хорошо. Спасибо большое. Ну, такие все юмористы. Ладно, не все, некоторые. Блин, птицы бесячие. А, и мимо вас не пробежать, да? Приехали, кажется. Ага. Беги, дурак. Беги, а потом пей. А! Капец, соколы напали. О, лутецкий. Ай-яй-яй. Черт, твою мать. Отличный таргет. Беги, дурак. Сики, а. Как он жив. Просто бешеная скиллуха. Да блин, таргет ставь, пес. Изи. Никто не верил, что я выживу. Я сам не верил, если честно. Даже по этому поводу. Вот так вот сделаю. Соколы в руинах, да, это что-то напоминает. Кузнечный камень 2, мы можем катану прогрейдить. Ребята, наконец-то! Коготь боевого ястреба. Коготь боевого ястреба, новый меч. Что умеет? Модификатор на силу, на ловкость неплохой. Пассивный никакого ничего нет. Один из активных мечей, который крепится к лапам ястреба в грозовой завесы. Но приспособленный для использования человеком. Тонкое и легкое лезвие не ограничивает подвижность птицы. Навык удар с разворота. Излюбленный прием ловких воинов. Наносите врагам быстрые рубящие удары с разворота. Вы также можете провести дополнительную атаку. Проверим. Я бы проверил. Так, подожди, нам нужно еще типа в две руки поставить, да?
Это делается как? Это делается... Это делается через сильную атаку? Нет, это удар с ноги вообще. Пинок. А как в две руки его взять? Как его взять в две руки? Е... Нет, не Е. Shift. ПКМ Е. Все-таки я ПКМ? А, ПКМ, а не ЛКМ. Сори, удар с разворота появился. Опа, вот такой вот. Вот так вот. Раз, два, три. Оп. А есть еще сильный удар. Двойной. Шу-шу. Хорошо. Ну, не знаю, если честно. Можно протестить, но у него в целом модификаторы такие. Но у меня есть грейд на катану. Нужно, скорее всего, еще будет плюс 2 камней набрать. Потому что этот уже будет шестерка, семерка, восьмерка. Не знаю, урон низкий. Да, модификатор от ловкости, да, 100 плюс 25. Но у него пассивных эффектов нет. Понимаете? Катана, во-первых, наточена, у нее урон больше. Слушайте, может быть, вернуться тогда за хилкой? Придется, правда, снова с птицами общаться. Не очень хорошо. А внизу не так высоко. Какие-то книжки внизу. Похоже на библиотеку. Да, здесь есть что-то. Кукури — это метательные ножи. Или кукури. Сюда можно будет спрыгнуть, да? Теперь ты бог, иди того рыцаря с кромсай. Ага. А, о, какой-то NPC. Очень важный, посмотрите на него. А, рад встрече. Приятно познакомиться. Меня зовут Роджер. Роджер. И я чародей, как легко догадаться. Я ищу в этом замке кое-какую мелочь. Когда не приходится удирать от охотников. Ну, довольно обо мне. Что привело тебя в замок грозовой завесы? Это место кишит охотниками на погашах. Они жертвуют нас своему господину, одержимому приращением. Рожер. В общем, если бы не одно дельце, я бы сюда не ногой. Я здесь, чтобы победить Годрика. Годрика? Тому самого? Значит, они посещают тебя, видение благодати? Чародеев обыскался. Ага. Я погаший, как и ты. В отличие от тебя, у меня давным-давно не было этих видений. Однако я никогда не забуду, что чувствовал, когда впервые оказался в Междуземье. Я знаю несколько магических боевых приемов. Хочешь обучиться одному из них? Я ведь тоже погашенный, некогда ведомый благодатью. Так что я с радостью помогу тебе, если позволишь. Выучить навыки. Что у него есть? У него есть пепел войны, снаряды блестящих камней. Можно использовать с мечами колющим. Наделяет оружие свойствами навыками. И корянский двуручник. То есть это энчант меча, насколько я понимаю. Первый работает со средними пушками, второй работает с двуручами. Я бы взял за 1500. Ну, проверим, по крайней мере. Для этого надо в инвентаре сбагрить несколько душ. Не помню, сколько они дают. По соточке, надеюсь. По 200. Три косаря. Ну, проверим.
потом. Кто-то тут топает. Ребят приунывшие сидят. Ребят, не унывайте. Все нормально. Ой-ой-ой. Еще не поздно свалить, Мижган. У тебя бутылок нет. Ну, я как бы вернулся назад. Мы в целом сверху... Сверху вниз можем пострелять. Стрелу мне, конечно, кот наплакал, но почему бы и нет? Ай-яй-яй-яй-яй. А, не понял. Да, он плотный. Уже в щите. Он так умеет. А ну-ка. Быстро, 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 он собирается. Еще, 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 последний, последний, последний. Изи. Бог. Неудачник. Давай, ты следующий, пес. Ай да я, ай да я. Этот полетел такой. Спускаемся. GKS Storm. Да, сейчас Аспирант же отписался, что будет поднимать. Но вообще, Good Game — это наше все. А где Лутецкий? Человек вроде был. Вроде нормально мы тут его сбили. А толку нет. Проходим дальше. Боссом попахивает. Руна жителя окраин. Вчера уходил, был один, сегодня 18, пошел по наклонной. Да, как и предполагалось. Там внизу, блин, кто-то ходит. Знакомые лица, смотрите. Это стартовый босс с тем же самым щитом. Какая встреча. Жек Андед, здравствуй, добрый вечер. Мне кажется, что если я там близко подойду, свалюсь. Но у меня бутылок нет, чтобы нормально с ним общаться. Но это да, это, конечно, интригует. Жесть, распотрошенный великан, внизу собаки жрут. Блин, все равно мало. Как живой, слышь, лежать.
Сундучок. Лучше фляжки по это восстановили. Вуаль ложности. Вуаль ложности? Позволяет слиться с окружением, тратит ок. Угу. Ну, это для стелса, ребят. Мы по ложностям не очень. Здрасте. Развернитесь, пожалуйста. Да нет у меня бутылок. Неловкий момент. Хорошо, он обычный. Это заперто с другой стороны. Ну давай. Да, но эти обычные. С ними-то как раз все понятно. Тут ребята унывают. Да я к боссу спускаюсь, понимаете? Вон он там ходит. О, может мне какое-нибудь ренджовое оружие просто достать и начать его застреливать? Он вряд ли пройдет через дверные проемы. Он здоровый, он не должен проходить. Я считаю. Но он типа как обычный моб здесь выступает. Но мне такого обычного моба вполне хватит. Давайте посмотрим, что из дальнобойного оружия у меня с нормальными штуками есть. Десяток метательных ножей, но скорее всего урона не хватит. Хотя от ловкости модификатор S и модификатор A, они очень жесткие. Давайте попробуем что. Поставим куда-нибудь. Так, а как мне их теперь выбирать? Это стрелочка вниз, да? Сука. Нет, Миша, это была очень плохая идея. А, он не умеет, да? Блин. Ну, давай так еще. На тебе. Еще. Стрейфуется пес. А, стрел у меня нет. Нет стрел, нет здоровья, нет будущего. Пять ножей кинуть, ну это фигня. Тихо, 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 слушай, ну. Как думаете, если бы был процент обычных атак на крит? А здесь, кажется, есть крит. Здесь есть крит, механика крита, но я и... Они... Ну, то есть в описании оружия там было вроде упоминание крита. Вон, критическое 100%. То есть тут есть какой-то крит. Ну, не знаю, что делать. Этот упырь меня с одного-двух ударов разобьет. Ладно, чё, я как кусочек побежали. Хочу подлутать, что есть. Секира Гордс. Пилюли. Ну фиг знает.
Собачки, кстати, весьма и весьма. А, у меня щита не было. А я блокировал. Может, как-то можно хавчи пожрать. Что-то взяли. Давайте попробуем пожрать что-нибудь. Не знаю, может быть... Время повышает в силу атаки. Предмет. Вернитесь. Истощает свет. Призыв, призыв. Это все материалы для создания предметов. Короче, мне, видимо, надо сейчас возвращаться домой. Куколка на память. Сувенир, оставленный куколками, принесенный в жертву ради превращения. Брось. Какой-то квестовый предмет. Санфиш, здравствуй. А, погодите. Я же могу восстановить, наверное, ману и попробовать подлечиться. Да, я пошел, реген. Ну, хотя бы, чтобы от одного удара не отлететь. Так, теперь мы делаем Е и пробуем... Нет. Как мы можем лечиться? Если я Е и наверх, это будет другое использование. Блин, капец. Это... А как использовать срочное лечение, которое наверху в... А, нельзя почему-то, да? Может, мне маны не хватает? Нужен катализатор. Кайф. Вот мы и подлечились. Что ж. Удачи нам. Неужели это шорткат наверх? Это шорткат, кстати, наверх! Да! Ну, нет! Норм же? Да. Кажется, это шорткат. Это тот нерабочий лифт, который меня... Или... Нет. Да. Сюда. Ребят, я выжил. Все, короче, мы теперь сможем туда спуститься, если что. Восполняем здоровье. Я бы пошел сразу же сделал катану. На повышение уровня немножко душ не хватает. Да, поехали. Так, как это сделать? Мы должны, кажется, пойти ко второму кузнецу. Ну, потом вернемся к этому, конечно, боссу. Ну, так, у нас будет, по крайней мере, там 5 бутылок, и мы что-то сможем сделать. Наверное. Можно туда упасть за типа лутом. Там босс очень жесткий. А, сегодня у нас какие-то проблемы с Ютубом. У многих встречаются проблемы. Пробуем усилить оружие. Есть. Можем усилить нашу... Не можем усилить нашу. Да как? Почему один? Алло. Мне казалось, у меня кузнечных камней 2. Еще бы я поторговал, стрел бы купил, но у него, к сожалению... Давайте попробуем зачарованную тюгатану сделать. Что получится. К ней добавится магический урон. Основной урон снизится. Но появится магический. Скейл от мудрости. Не нужно это делать. Ну ты пока не купишь, все равно этот пепел не поймешь, что он делает.
Увы. Давайте попродаем ненужные вещи. Я бы скинул как минимум мелочевку все. Сила 31. Когтя оставлю, коготь боевого. А, мы его используем. Окей. Давайте снаряги уберем. Коготь. Да я думал, катану сможем грейдануть. Мне казалось, что я камень находил еще один. Но нет. И надо стрелки купить, стрелы купить для этого. Для нашего оружия. Для лучка. Так. Давай прокачаем тогда уровень, хотя бы единичку. Отправимся к первому торговцу. Кажется, у него были болты, не уверен. Да, ты два камня нужны, но пока мне выпал только один. Качаем пока ловкость до двадцатки. И возвращаемся в самое начало к торговцу. Там рядом недобитый дракон. Наездник, кстати, рядышком, но он тоже жесткий, насколько я помню. Тот, который хранитель древа или как. Ну, в общем, самый первый потенциальный босс, которого вы встречаете после ознакомления. Но по поводу стрел я не очень уверен. Давайте посмотрим, есть ли у него. Есть у него стрелы. И я набираю прям по полной программе 72 стрелы. Ну, мы же самураи, у нас... Я на все фактически деньги купил. Возможно, даже стоит и запастись побольше. То есть, скинуть сейчас несколько душ, жмякнуть в инвентаре. Но, и может быть даже потратить камни на грейд лука плюс один. Хотя мне кажется, что мы скорее найдем там длинный какой-нибудь лук или еще что-то. Крафт этой стрелы не вариант. Я пока еще не крафтил вообще. Не умею. Два косаря, класс. Goodbye. Класс. Nice to do business. Лучок у нас уже плюс один, оказывается. Девайс для крафта продается. Да мы вроде его даже купили. Просто я еще не... А, вот. Что мы можем скрафтить? Стрела из радужного камня. Обломки руин, тонкие кости. Огненный горшок. Блестящий камень кукушки, но его нет. Ну, да, можем крафтить стрелы. Штук 10 мы могли скрафтить спокойно. Ты нашел Т2 камень, обычный один Т2 мерцающий. Мерцающий станет камень мрака, грейдит особые пушки, их требуется... А, понял. Вот почему я подумал, что их две. Якобы. Так, ну давайте в замок. Давайте в замок, только... А через что? Ну, через башню бастионы, очевидно. А что было вкратце? Замок ни Майкер не проходил. В замке мы его обошли как-то по-хитрому вдоль.
этот замок. Сегодня боссов очень мало. Убили только одного босса, на котором остановились вчера. У нас, конечно, игра все равно вот так унижает периодически. О, 99 стрел. Это так приятно просто. Можно вдоволь пострелять. Особенно вот поэтому. Интересно, он пройдет здесь, нет? Ага. Понял, друг. Есть все проблемы, да? Такая участь у него хреновая. Он старается. Ну его в который раз мы шатаем просто. Просто по игровой механике. Ай, ты смотри какой. Ну не уходи, друг. Абуз. Я думаю, это чистой воды скиллуха, ребят. Не знаю, где тут вы абуз увидели. Ладно, могу его так убить, вообще изи. Смотрите. Ах ты как умеет, а? Новые приемчики. Ага. Прыжок, и я тебя добиваю, да? Нет. Пять восемьсот? А почему в первый раз мне за него дали 3,5 косаря? Что за несправедливость, я не пойму. Так, приходил я оттуда, вот сюда не ходил. 5800 просто с куста. Ой. Так, вижу. Факел доставай. Я вижу лут. Сразу плюс уровень, реально. Немножко стрел пригодится. Ты сюда зашли, туда обошли. Здесь просто... Опа, это что такое у нас? О-о-о. Там с пушки стоит чувак. А-а-а. Вы чё? Красиво. Зачем сильно бахнул? А вот и стрелы пошли, ребят. Самурай или не самурай? А? Игровая механика, а не иначе. Так, следующий. Ну и здесь было человек 10, наверное. И они держали оборону явно. Как же хорошо, что я стрелу взял. Ага, ага, ага. И они встают за орудие, да? Один уходит, второй подходит. Да, блин. Ну что, бесконечные, что ли? Он еще стрейфуется ведь. Стрелы у него самонаводящиеся какие-то.
Если плуг грейданули на единичку, то нам вместо трех выстрелов по обычным надо было всего лишь два сделать. Один наверху вижу. Там Лутецкий. Вообще, где я сейчас? Я... Да, по центру прям замка. Внутрь зашли. Держит оборону, молодцы. А, это если бы мы через ворота шли. Хотя не факт, что это ворота. Почему бэкстеба нет, Алёша? А может, да, это. Так. Сейчас, может быть, мы откроем ворота, и таким образом шорткат откроется. Видите, тут маркеры. Спускайся. Ну, это очень похоже на проход к воротам. И как же вовремя, блин, я... Лучок взял, а? Ага. А! Блин, ты чё? Что? Что, блин? Не то слово, ребят, как... там какая-то баллиста вообще. Горел. Да как так-то достал, слышишь? Я горю. Так, этого сняли. Да как? Ах ты! Блин, сучок! 8000 душ, вы чё, ну как так-то, так подло просто, в спину. Бобр, там женщина, которая тебя обнимала, дебаф на хп наложила, красный квадрат под стаминой. Да? Как так получилось, я думал, что это хорошее. Я только что 150 тысяч потерял. Да можно души забрать, просто нам придется сейчас этот путь проделать назад. Ну, не такой большой, правда, потому что я сейчас не обязательно всех убивать. Слушайте, это не то. Тут вообще проход к боссу, похоже. Кузнечный камень мрака 2. Кузнечный камень мрака. А мрака это для магического оружия или для обычного оружия? Мрака, кажется, для магического. Слушайте, у меня прям от респа, похоже, проход как к боссу. Мне сейчас придется опять всех вот этих вот убивать. Для необычного оружия, типа как с рарников падает, понял? Ё-моё.
Хедшоты просто ставим людям. Да как прилетело-то? Какая у тебя голова здоровая? Кстати, можно было по бочке стрельнуть, наверное. Ха. Так. И осмотреться здесь заодно. Да почему? Да я... Одного не добил. Не... Да как так-то? Нос не почесать. Минус душ. Да они там удар за ударом, удар за ударом. Это классика Dark Souls просто. Так, давайте проверим тогда, здесь босс или не босс. Это вдруг босс. Закрытое место. Странное. Ладно, мне все равно туда, я думаю, с... Через... Попробуем сейчас взорвать. Ах, стрейфует Сапиус. А, я думал, он встанет за эту штуку. Да блин, вот стреляй так на опережение. Бобр, сейчас день, они тебя видят, но что не видели, то просто их расстреливают, обратим внимание на это. Окей. Обратил. Ну, собираем там какое-то несчастное количество 900 душ вместо... вместо кругленькой суммы. Главное, это просто на ровном месте отдался. Просто на ровном месте. Впрочем, как обычно в ДС. Реально. Thank you.
Отличная стрела. Надо осмотреться еще, прежде чем идти вниз. Ой, там кто-то особый. Кто это у нас такой? Очень плотный друг. Целеустремленный. Не знаю, он... Да... Ага. Ага. То есть у тебя есть проблема, да? Ну, бывает, не расстраивайся. Тут многие через это проходили, друг. Ух ты, ля какой. Слушай, ты много ел просто. Слишком много ел. Никак, да? Ля, крит в голову, сильный выстрел. Красиво. Ну тогда можно, наверное, и туда пройти. Кстати, я могу вызвать волков. Мог вызвать волков. А! Извини, я что-то тебя не заметил, извини. Ух ты, красиво впереди. Какая-то картина. Больше похоже на портал. Картина пророчества. Яки подарил один премиум. Джоки! Подарил. С какого трая первого босса кильнул? С первого. А ты? Так, ну может посмотрим на картину? Ее ж не просто так дали, правильно? Картина пророчества. Работа странствующего художника. Репродукция картины, которую называют пророчество. Говорят, этот автор рисовал пейзажи, которые люди видят прямо перед тем, как попасть в объятия смерти. Даже сейчас в изображенном месте можно найти душу художника и отзвуки последних мгновений умирающих. Блин. А, можно было эту штуку разбить и лут получить. Возможно, спровоцировать как раз этого здорового на... Столько всего вообще. Кузнечный камень обычный. Можно будет улучшить оружие какое-нибудь базовое. Ну, типа лучка, опять же. И это, кажется, шорткат. Я вижу лифт справа, я вижу дверь слева. В лучших традициях, опять же, Dark Souls. Вот эти вот. Нет, это с другой стороны открывается, наоборот. Стайкорик говорит, прыгай вниз, там, где вот полутал этот камень. Ну, пошли вот эти вот темы. Пойду-ка я подлечусь. А хотя зачем? Салазар говорит, я с 18, а ты как лошар, наверное, с духами волка, щитом прокачка хп? А ты про какого первого босса? Который гоблин? Зачем, говорят? В смысле, зачем? Ты же сказал сам. Блин, сейчас будут фейвы на тридцатку.
Кузнечный камень. Внизу крысы. Ай-яй-яй-яй-яй, не вернусь, да? А может, я это и видел? Да, возможно, я ее видел. Шучу, или с Симонами убил? Не, мы с первого трая его убили. Если про первого босса, этого гоблина. Хотя, может, там... Ну, первый босс это такой, это ж непонятно, какой первый. Про кого ты говоришь? Не лезь в канализацию. Ну, ёпар СТН, ну, ребята, ну, твою налево. Раста, бро, только что сказал, без советов, пожалуйста. Один меня сюда фактически отправил. Другой говорит, не надо сюда. Ну, твою ж... Что за эксперты непрошенные? Бесячие. Опа, ё-моё. Так, какая-то здоровая крыса. Вызвать я не могу никого. Кровоток рулит. Зов мести. Похоже на какое-то заклинание. Дальше огромное количество душ горят. Это капец, это 100% босс. Это классическая ДС-ная арена. Масса трупов. Достаточно большое пространство и путь в один конец. Да, вам похоже босс. Ох! Прыгай пофигу. До души жалко, 3000 все-таки. Маски не вся. Маны нет. Осторожно, дракон. Ха, я прочитал это случайно, блин. Я хотел... Хотел пожертвовать... А, пожертвовать рунами. Это вам не косточка. Руны мы все равно сдаем. Нет, нет, нет. Так, давайте посмотрим, что у нас по камням. Можно катану улучшить. До плюс 4. Все равно маловато. А, через карту ТП же можно сделать, реально. Все нормально. Погнали. Да, можешь просто улететь. Это вот все потерять, но... Все души потерять, но улететь с босса. Вот это вот. И давайте я тогда улучшу сначала катану. Надо было сразу лететь сюда. В замке еще до хрена всего надо вернуться. Например, там снова пострелять, ворота открыть, наверное.
Вот она, родная. 135, 141. Ну, нужно еще три кузнечных камня. О, но там модификатор ловкости будет изменен наконец. Смотрите, с D на C. Это значит, что урон возрастет от ловкости так довольно значительным. Дальше я бы приобрел еще стрел, но мне нужно у другого взять, да? Хотя, может быть, у меня и хватит. 37, маловато стрел. Может, всадника попробуем забрать? Да, давайте вот этого вот героя рядышком, который тут скачет. Покупаю стрелок, пачку. Goodbye. Nice to do business. Да-да-да, я хочу тоже с боссом посражаться, но с боссом по силам. Первый, кого взял бы, это вот... Где он здесь? Вон он. Вызываю псов. Блин, он все равно плотный. И у него щит какой-то особый. Блин, какой он злой. Ну что, побузим немножечко? Мы у него половину хитов сняли. Но... Ах ты, твое редобро! Да нет. Побежал. Ах ты! Ну, он очень плотный. Мы уж мы его душили. Вот собака, а? Надо, попробуем еще разок. Но он с двух ударов меня убивает. Ах ты, твою мать. Да, эти прыжки. О, кровоток сработал. Да блин, я не вижу тебя. Твою налево. Беги, Мижган.
Погиб как трус, у него там совсем мало осталось. Ну я уж думал дострелять его. Не, убьем, убьем, блин, убьем. Кровоток хорошо работает. Может убрать щит тогда, блин. Просто сосредоточиться на нанесении урона с двух рук. От судьбы не уйдешь. Да, я понимаю. Овца, ты чё? Нет. Давай. Волки, соберитесь, это наш шанс. Ребята, вы псы, мы стая. Рррр! Погнали! Нет! Конечно! Ну ясно. А я жив? Нет, не жив. Мне кажется, что... А сколько я теряю, интересно, пол... Нет, давайте с блоком. С блоком вызываю. Да, блин. Да я ставил блок же, блин. Ай. Так, давай-ка не будем. Давай-ка лучше восстановим здоровье немножечко. Надеюсь, он меня пустит. Скоротали утро. Может ему лошадью бэкстепнуть, пока он не видит. Я не уверен, что бэкстеп на него работает. О-о-о-о! Я промахнулся с кнопкой, но... А может тебя... Ой, ёпперсеты. Я жал пробел. Блин.
так проще уходить из-под удара, конечно. Круто, тень. Просто эпические сражения тут, конечно. Ай. Ай. Фух, это SL1. Какой SL1? Золотая алебарда. Ауч поддержал ваш канал на 100 рублей. Привет, Хавок, спасибо Михаил, тебе большое. Да. С прошедшим днем рождения. Да, уже сколько. Расскажи, какая у тебя есть мечта? Мечта? Какая у меня мечта есть? Ну, не знаю, что. Не стареть. Эмоции на регулярной основе хорошие получать. Ну, то, чем я, в общем-то, и занимаюсь. Ну, кроме первого пункта. Как Бэби Мэджик пожелал, что это самое. Оставаться подольше. Щеглом. Так, 24, счетчик обнови. А, убито боссов 5, но даже не 5, а 24. Окей, давайте так. Так, ну что? Куда дальше? В замок можно. Покой подъемника. Да, мне кажется, надо ворота открывать. Почему соусы герои щиты вечно носят наоборот? В смысле? Странно. Штуки от микрофона мешают видеть души. Это бывает. Это не страшно. Ауч поддержал ваш канал на 300 рублей, сообщает. Готово. Душой ты всегда молод. Да. Мы уже проверяли. Проверяли. А вот тебе на хорошие эмоции и на котиков. Спасибо большое, Хавк, за поздравления. Так, вот здесь я не был, да? Ну, то есть я был, но с другой стороны. Возможно, спровоцировать того тяжеленького... Разбить. Да, давайте попробуем. Мне кажется, я лут смогу достать только если... Нет? Не, он что-то не... Не алё. Ой, сокол, это гораздо более опасный босс. А вдвоем они вообще неубиваемые. Связочка. Тут довольно широкий проход. Он пройдет? Вообще ему плевать, он проходит легко. А, это плохо. Блин, а он жесткий. Забей тут блок. Не напасешься. Ага. Черт. Поток хорош. Ну, в целом, мы его честно забороли, я считаю. Без сокола.
Теперь отсюда выход через... Ну, спуск там вниз, помните, где меня убили, где огромное количество стрелков. Этот опять появился, потому что мы обратились к... Называется-то, господи. А здесь-то сокола другого тира уже. Ай. Да ты серьезно? Твою мать. Это реально другие уже. С двух ударов опять ушатывают. Привет, people lie. Добрый вечер, друзья. Ну, что делать? Спускаться вниз. Если чтобы спускаться вниз, нужно человек 40 переубивать. Я имею в виду, он туда. Но мне кажется, надо. Тем более соколы какие-то злые. Так, здесь бы я пробежал мимо просто. Почему? Потому что задолбаюсь я здорового убивать. Пробежал бы вот сюда. Помню, что сверху, чувак. Ах ты, смотри, какие, а. Молодцы, огурцы. А, вот так даже, да? Этот явно что-то удумал. Да блин! Тут откололся, кстати, большой босс. И собака тоже не добежала. Добро. Собака тоже бешеная. Ну. Опять дудит. Серьезно? Так, что у нас дальше? Дальше у нас эти скучающие двое есть. Блин. Да ты что? Брось. Ну, собираем лутецкий и направо выходим ориентировочно. Все, уходим. Можно пособирать.
Можно покрафтить даже эти стрелы будет. Подходим сзади, экономим здесь пока что. Выстрел. Негатор, здравствуй. Да, плюс бэкстеба в том числе или парирование в том, что ты становишься неуязвимым. Блин. Кое-как. Но двигаемся вперед. Помним, что здесь будет большое количество артиллеристов, которых надо снять. И один коварный оказывается в спине. Ну, собственно, из-за него у меня все и пошло не так, как хотелось. Это-то ладно, это обычный. Прям буквально в спине есть чувак. Плюс тут есть... Он из баллистов, блядь. Так, я попал по нему разок. Он куда-то отошел от своего орудия. И в спине есть... Причем отсюда его не видно. А, вон виднеется. Еле-еле. Как будто подходит кто-то. Слышал шаги. Да, я понял тебя. А, о, что? Видите? Вот не будешь знать, и не убьешь его никак. Ну, то есть, просто ничего нет слева. Так, это оставил бойницу. Были еще вроде здесь люди. Ага, понял. Нифига себе в лицо, как прилетало. Так, ну он вроде один тут. Но в прошлый раз мне прилетело со спины, вот, стой. Так, в результате подходим к воротам, они открыты. Но это не те ворота, что мы ищем. Хорошо. Они не туда стреляют, не знаю, откуда звук. Вообще, 3 хедшота. Вы видели? На бегущего такого. А, и стрейфуется тоже. Их здесь дохрена. Пиплай, да, на ютубе, насколько я понял, стрим не работает. Аспиранту не удалось его поднять. Слева какой-то великан, не великан с секирами. А у меня заканчиваются фляжки, к сожалению.
Да, там великан. Ну я прям подхожу к воротам, не хочу к великану идти, потому что я... Мне нужно хотя бы шорткат открыть. Оп, откуда? Ага, справа. Да, я вижу ворот. Это сильный выстрел. Тоже надо практиковать, там мана. Вообще, такой урон влетает. Да, довольно быстро он наносит на рейнже урон. Надо приноровиться, там сразу зажимаешь одну, вторую, третью кнопку. И потом прицеливаешься и бахаешь. Так, здесь заход. Оп! Что там? Там ловушки, оказывается. Нет, это что это? Там какие-то копии прилетели, как будто... Блин. Да у меня бутылок уже больше нет. Да как так-то? Нет, моя голова! Как же мне... Ай... Сверху упыри. Причем он видит меня уже. Двое. Стрелы закончились. Так, самое время крафтить, наверное. Давайте отойдем, попробуем. Создание. Хорошо, 50 стрел создали. Надо было посмотреть, кстати, что еще... Что оно из себя представляет, на самом деле. Из радужного камня. Не вижу урона в ней. Если честно. Давайте попробуем этих двоих отстрелить. Но у меня здоровье уже заканчивается, все. Урон хороший. И с таким звуком классно прилетает. А, вон. Кто по мне стрелял в прошлый раз. Ребят, что делать? Жизни нет, хила нет, я вижу ворота. Смогу ли я до него, до этих ворот дойти? Я не знаю. Ну, то есть, не наполучав. Блин, твою мать! Откуда? Там еще один стоял! Мне теперь за этими душами, блин, мне нужно полторы сотни стрел. Я побежал, короче. С богом, удачи мне. Сейчас мимо 50 врагов будем пробегать. Первый пошел, блин. Да.
Все, ГГ, друзья. Ладно, бывает. Да для того, чтобы проходить, опять нужно минут 10, блин, со стрелами и отстреливать. Да, теперь зато не надо за душами бежать. Что делать? Что делать? Заканчиваем на сегодня, все, хватит. 3,5 часика поиграли, хватит. Да я сижу тоже потный, уставший. Друзья, неплохо сегодня поисследовали карту, каких-то боссов поубивали, счетчик смерти увеличили на десятку. Вот, завтра вечерком продолжим. Завтра трансляция начнется только не в 6, а в 9 часов. Но посидим все равно те же самые там 3 часа, приблизительно так. Большое спасибо вам, что смотрели. Спасибо, что смотрите на ГГ. Увидимся с вами завтра вечером. Завтра вечером приходите обязательно. Пока-пока-пока. Хорошего вечера, спокойной ночи. А, и на всякий случай, если вы стример, обратите внимание, на GoodGame появилась новость с информацией о том, как у нас хорошо. Читайте, смотрите, выбирайте.